Так, я не говорю вам о том, что может диктатуры, новое правительство взяло курс на соединение с Европейским экономическим сообществом, когда, то есть до 1981 года, когда Греция вошла в состав Европейского экономического сообщества, мы не говорили об этом, да? Последнее, что у меня есть 1984 год, составление парламентаризма и его личности Константинаса Карамалинаса. 1974 год. 1974 год. Потому что 7 лет с вами. Диктатура. Да. Понятно. Дело в том, что после этого произошли очень существенные структурные изменения в экономике страны. То есть по директивам и указаниям со стороны руководства Европейского экономического сообщества шла реструктуризация экономики страны, но и институтов страны во многом. Потому что имеется такое понятие согласованности институтов тех или иных стран, которые являются членами Союза, с общей союзной политикой, с собственным союзным курсом. И, конечно, необходимо отметить здесь, что имела место своего рода эволюция теории институтов Европейского Союза. И в рамках этой эволюции создается порой видимость определенного демократизма. То есть как будто все гладко, на основании консенсуса, на основании полного согласия всех народов и всех стран получается. Но это отнюдь не так. Отнюдь не так. Например, Греция вошла в Евросоюз, и несмотря на то, что требовали, многие политические силы требовали, чтобы по поводу этого был референдум, наши правители во главе с Карамалинисом тогда, с правой консервативной партией, Новая демократия называлась, и называется эта партия, они пошли просто так, не спрашивая народ, и используя фактически парламентское большинство, которое у них имелось в результате закона о выборах. А у нас законодательство о выборах – это отдельная история политологического исследования, потому что это такое магическое законодательство, которое позволяет меньшинству выступать в качестве парламентского большинства. Такая волшебная методика получается, волшебная техника, если говорить, получается, потому что у нас усиленное большинство, то есть первая партия набирает большинство мест в парламенте, даже если разница в сотни процентов у этой партии. Да? Согласно последней модификации этого законодательства, первая партия получает бонус 50 депутатов из 300. У нас парламент состоит из 300 депутатов, да? А первая партия получает бонус 50 депутатов. То есть, допустим, первая партия получила 25%, вторая партия получила 24,9%. Да? Все равно первая партия получит 50 депутатов бонус. И она может составить себе в качестве однопартийной силы, может составить себе кабинет, правительство и так далее. Вот, используя такой механизм, который у народа называется часто демократурой, используя такой механизм, вошли в Европейское экономическое сообщество в 1981 году, и с тех пор такая традиция сохраняется по всем решающим вопросам. Не спрашивается народ, а просто манипулируют таким образом, чтобы, используя большинство в рамках манипулируемого также
регулируемого парламента, они продвигают свои дела. Пожалуйста, возьмите отсюда писание. Я вам говорил о европейском сообществе угля и стали, да, в прошлый раз? Да. Вы правильно имеете? Да. Так, говорили еще о том, что европейское экономическое сообщество выступало в качестве дополняющего экономического аспекта военно-политической структуры НАТО. Да. Очень хорошо. Учитывая этот фактор, можно точно понять, почему такое упорство и в связи с чем наши правители стремились к тому, чтобы в любом случае Греция оставалась в рамках этих структур, то есть НАТО и Евросоюза. Необходимо отметить, что результаты того, что Греция стала членом Евросоюза, основные изменения, которые произошли в структуре экономики, заключаются в следующем. Были определенные стратегические направления со стороны Европейского экономического сообщества тогда выдвинуты, согласно которым нам нужно было по всем статьям, по всем, точнее, отраслям производства иметь определенное производство. То есть лимиты ставили на производство того или иного товара или изделия. На основании этих лимитов, на основании политики дотирования или удушения отсутствия кредита или ликвидности, они фактически разрушили эту хрупкую промышленность, которая была достигнута в годы индустриализации нашей страны. А эта промышленность была довольно-таки не такая совершенно незначительная, потому что она обеспечивала, допустим, внутренний рынок многими промышленными товарами первой необходимости. Было даже автомобилестроение в стране небольшое. Была очень развита металлургия относительно. Были верфи, судостроительные заводы, которые имели довольно-таки хорошее оборудование и высококвалифицированный персонал. Судостроение традиционно в Греции развивалось долгие годы. Все это было разрушено. Фактически все это вышло из производства и принудительно мы должны прибегать к импорту различных товаров из других более промышленно развитых стран Европейского экономического сообщества. Еще очень интересно, что заставили изменить даже структуру сельского хозяйства, несмотря на то, что наша страна имеет климатические условия и вообще природные условия, которые позволяли бы обеспечить полностью сельскохозяйственную продукцию, обеспечить страну с точки зрения потребностей потребительских, с точки зрения продуктов питания, по крайней мере. Но была опять-таки политика, которая поставила лимиты и датировали разрушение в начале определенной продукции. Вот говорили нам, что нам не нужно столько апельсин, нам нужно половину или одну треть, да? Собирали производство апельсин и разрушали в массовом порядке для того, чтобы выполнили этот лимит и для того, чтобы сохранили определенную тарифную систему, которая была принята в рамках Европейского экономического сообщества. А далее датировали разрушение целых культур. То есть говорили по виноделию. Вы не должны производить столько вина, и
чтобы имели вместо такие виноградные рощи, у вас нужно это сократить. И давали дотации тем сельскохозяйственным субъектам, которые разрушали виноделие. Понимаете? По многим продуктам шла такая политика. В результате чего, допустим, сегодня Греция импортирует товары, которые традиционно экспортировала. Импортируют овощи, импортируют фрукты. Мы вынуждены импортировать, допустим, генетически модифицированные помидоры из Голландии в то время, когда у нас климатические условия позволили бы совершенно спокойно производить такие овощи у себя. И это говорю потому, что фактически теряется суверенитет постепенно страны и теряется возможность регулирования в той или иной степени экономической деятельности страны, которое регулирование имело место в рамках национальной экономики в той или иной степени, но потом это регулирование было отодвинуто и стало прерогативой именно центра европейского экономического сообщества. Необходимо отметить, что большие изменения произошли, когда европейское экономическое сообщество после распада Советского Союза и социалистического лагеря, европейское экономическое сообщество начало расширяться на восток, в результате чего проявились многие элементы, которые в скрытой форме соблюдались. То есть раньше, по крайней мере, старались сохранить какую-то видимость демократии и уважение, допустим, к специфике той или иной страны. А потом, после того, как волнами расширялся Евросоюз в сторону Восточной Европы, тогда стало ясно, что речь идет об очень неравномерном включении, точнее, о включении в состав Евросоюза очень неравномерных по степени развитости стран, в результате чего сами идеологи и политики Евросоюза говорят о том, что у нас получается интеграция различных скоростей, так называемая. Это означает, что есть первые скорости страны, это традиционное ядро шести стран, из которых все и началось. Потом вторая скорость – это расширение, которое произошло в 80-е годы. И третья, четвертая, пятая скорость – это те, которые вошли потом. А по отношению к последним все более явно получается, что имеет место своего рода, я бы сказал, непосредственное вмешательство и диктат политики. И все больше и больше проявляется суд этой системы в качестве именно интеграции, которая обслуживает интересы, прежде всего, транснациональных, многоотраслевых монополий Евросоюза. Конечно, всегда в сотрудничестве и в противоборстве, всегда так бывает, с североамериканским полюсом евроатлантической оси. То есть всегда были такие трения по поводу того, в какую сторону пойти, как расширять, в какой степени вести интеграционные процессы, как будет политическая, внешнеполитическая составляющая и военная составляющая Евросоюза. Были, допустим, тенденции в пользу того, чтобы более самостоятельно имели возможность определять внешнюю политику со стороны Евросоюза. Противодействовали этому США и их союзник Великобритания постоянно. И такие конфликты постоянно возникают, особенно когда возникают вопросы об укреплении континентальных держав во главе с Германией, противоположность Англии и США, тогда возникает между ними и трение.
Но всегда, когда речь идет о стратегических вопросах, типа того, как будем себя вести к Восточной Европе, к Азии, к другим странам, тогда у них получается союз. То есть нужно иметь определенное представление по поводу того, насколько дифференцирование политик между США, Канадой и Западной Европой имеет возможности отклоняться. В этом смысле определенные жесткие границы этих возможностей уже отмечены, и каждый раз, когда ставятся под сомнение, имеют такие механизмы, которые проводят корректировку. Но вы видите сейчас по поводу квартета этого по украинскому вопросу, как стремятся подключиться из США в этом деле, потому что не может быть даже так формально, не может быть, чтобы там Франция и Германия определяли отдельно вместе с Россией какие-то процессы без участия большого брата заокеанского. Так что, я знаю, это понятно, о чем я говорю, да? Хорошо. Пожалуйста, возьмите. Садитесь. Мастрихтское соглашение, Мастрихтский договор, согласно которому Европейское экономическое сообщество превращается в Евросоюз и определяется стратегия своего рода и структура всего этого дела на основании откровенно неолиберального курса. Неолиберальный курс, я полагаю, что вы представляете, что это такое. Очень коротко позвольте мне сказать, что неолиберальный курс включает определенные элементы экономической и социальной политики. Во-первых, это полная свобода, безограниченная свобода передвижения капитала. Во-вторых, это так называемое введение гибких трудовых отношений и освобождение, либерализация, в кавычках, трудовых отношений в целом, то есть против коллективных договоров и переговоров, против трудового законодательства и так далее. И в-третьих, это приватизация основных секторов, основных объектов хозяйственной деятельности, в рамках которой триады считается, что государство должно ограничивать свои функции в качестве откровенного инструмента для ведения выгодной капиталу политики. И больше ничего. То есть функции, те функции государства, о которых мы говорили, то есть те функции государства, которые возникли в результате долгих лет борьбы, где вынуждены были государственные структуры и другие институты, чтобы они включали в себе элемент интересов трудящихся, низов общества, эти элементы уже отодвигаются, отбрасываются и все более откровенный характер служения капиталу приобретает государство. При этом наиболее крупного капитала, транснациональных этих монополий, о которых мы говорили. Это все фиксировано во многих документах Евросоюза. И в рамках этих документов в 90-е годы, помимо экспансии, помимо расширения на восток Евросоюза, намечается еще и процесс введение единой валюты, введение евро. И тут позвольте мне
немножко ответить, поскольку никто не замечает по поводу евро. Валюта, деньги, это не технические средства. Это не инструмент просто в руках тех или иных субъектов. Деньги – это особая форма производственных отношений и общественных отношений в целом. С точки зрения политэкономической науки, деньги – это прежде всего всеобщий эквивалент стоимости производимого в обществе богатства. В этом смысле деньги – это производственные отношения, и они выступают на разных уровнях. Есть непосредственный уровень товарно-денежных отношений, рыночных отношений, но есть еще и уровень рынка капиталов. Деньги в этом смысле в форме денег, простых денег, товарно-денежных отношений и в форме денежного капитала – это важнейший аспект производственных отношений общества. Следовательно, нельзя относиться к деньгам, к валюте, нельзя относиться, как будто это просто технический какой-то элемент. Позвольте мне аналогию провести из истории. Известно, что все колониальные державы в истории стремились иметь единую валюту со своими колониями. Стремились, то есть внедрять в своих колониях национальную валюту метрополии. А это совершенно не случайно. Это именно потому, что деньги – это основное звено, основная составляющая всей совокупности производственных отношений той или иной системы. И с помощью этих денег, единой валюты, в пространстве, допустим, в системе метрополии колонии, можно обеспечить несправедливый, мягко говоря, обмен. Можно обеспечить, то есть, формы сверхэксплуатации колоний с помощью именно введения единой валюты. Так что, если мы имеем дело с неравномерными экономическими пространствами и внедряем общее экономическое пространство, вы помните, мы говорили о формах интеграции в прошлый раз, когда мы говорили в истории этого дела в послевоенный период. После таможенного союза мы имеем и такие формы объединения экономического пространства, которые предусматривают еще введение единой валюты. Введение единой валюты означает, что определенные элементы суверенного определения экономической, социальной политики государств в качестве субъектов больше не имеет места. То есть фактически это не просто потеря определенной возможности, допустим, прибегать к печатному штампу, чтобы издавали там деньги, да? Обычно либеральная пресса так представляет дело. Это не просто так. Дело стоит гораздо сложнее. Дело в том, что если нет национальной валюты, невозможно составлять самостоятельно даже национальный бюджет. Дело составления бюджета становится делом более широкого пространства и того центра, который принимает решения в рамках этого более широкого пространства. Так оно и есть. Невозможно, допустим, определить, сколько будет датировать те или иные процессы, какая будет точно политика налогового вложения, каким образом будет перераспределение средств с помощью государства, с помощью фискальной политики государства. Да? Это все отпадает от прерогативы национального правительства, отдельно взятых государств этого союза, и передается фактически в руки центра, который принимает все решающие стратегические решения по поводу этого вопроса.
И в результате этого получается такая ситуация, в рамках которой те процессы реструктуризации экономики, о которых я говорил, в пользу этого центра и в пользу стратегических решений этого центра, становятся все более ощутимыми. То есть все больше и больше получается, что страны центра Евросоюза, ядро Евросоюза, во главе с Германией всегда, и непосредственно ближайших союзников Германии, эти страны получают огромное преимущество. То есть не случайно в экономической литературе часто евро обозначается в качестве супермарко или гипермарко, что это марка, то есть национальная валюта Германии, которая распространяется на европейское экономическое пространство и дальше. Еще необходимо отметить, что в результате введения этой единой валюты получается такая очень интересная картина с точки зрения сальдо различных стран в рамках Евросоюза. Получается так, что в результате единой валюты профициты центра прямо пропорциональны дефицитам периферии. Если вы посмотрите соответствующую литературу и графики, графическое отображение всего этого, станет ясно, что с тех пор, когда, особенно с тех пор, когда ввели единую валюту в Евросоюз, это такие процессы начали очень резко увеличиваться. И в результате этого получается и проблема со всей остротой, то есть возникает проблема внешнего государственного долга. Вы представляете, что это такое внешний государственный долг, да? А может кто-то сказать, как вы представляете это внешний государственный долг, что это такое? И откуда возникает? Средства, которые государство заимствует на международном рынке под государственные обязательства, облигации или какие-то другие документы. Точно. А почему и когда прибегает государство к таким средствам? Покрытие дефицита бюджета чаще. Покрыть дефициты. Понятно. Плюс инвестиции в какие-то проекты. Понятно. Понятно. Вот, очень правильно. И давайте посмотрим на примеры Греции, некоторые исторические аспекты. Опять-таки исторический, небольшой исторический ракурс. В 1821 году я вам говорил о том, что произошла наша национальная освободительная революция. Да? Тогда страна взяла обязательства, кредит в сумме 2 миллиардов золотых франков. В 1821 году, да? Золотых франков. А в 1932 году, то есть до завершения кризиса 29-30 года, уже заплатила Греция кредитерам, не только Франции, там и Англия, и другие страны, заплатила уже 2 миллиарда 4 десятых. А в результате этого она должна была еще 2 миллиарда золотых франков. Повторите? То есть как будто мы человек платили. В 1932 году снова должны были платить 2 миллиарда золотых франков. Несмотря на то, что мы уже заплатили 2 миллиарда и 4 десятых франков. Давайте посмотрим дальше, потому что я немножко представлю вам некоторые данные, некоторые цифры, потому что большая спекуляция вокруг этого внешнего государственного долга. До этого, позвольте сказать, что в рамках обострения этой неравномерности и такой политики, о которой мы говорили, со стороны центра Евросоюза по отношению к периферии Евросоюза, возникают и различные идеологии, своего рода мифы,
которые распространяются с помощью прессы и превращаются в своего рода пропагандистские клише своего рода. Да? И, по-моему, это очень опасно, когда приобретает форму скрытого или открытого расизма. Допустим, есть бульварная пресса в Германии, которая пишет о том, что, ну, подумаешь, там, юг Италии, Испания, Португалия, Греция, что это такое? Там они лентяи сидят, они ничего не делают, ничего не производят, они совершенно дисциплинированы, они не могут по-настоящему управлять процессами, управлять собой. Мы их должны под надзором поставить. И они такие, именно потому что они такие лентяи, у них такая внешняя задолженность. Это основная схема, которая распространяется в форме идеологии и муссируется. И таким образом, можно сказать, что обыватель Германии, и не только Германии, имеет такое представление, которое фактически не отличишь от традиционного расизма фашистского тока. Уже обозначают нас аббревиатуры известные. Вы знаете, да? И говорят, что мы пикс по-английски, да? Это Португалия, Ирландия, Греция, Испания. Ну, по-разному. Добавляли там... Там две буквы должны быть. Да, добавляют еще и Италию, и получается все правильно. В общем, тут это не просто игра слов. Тут имеется определенная идеология, которая возобновляется. И это, по-моему, не случайно. Совершенно не случайно. По мере того, как Евросоюз показывает настоящее лицо, падают маски и показывают, кто они такие. И показывают, как они ведут себя. И в этом смысле позвольте отметить следующее. В 2009 году долг Греции оценивался до уровня 129% от ВВП страны. 129% от ВВП страны. А в численном отношении это 298 миллиардов. Почти 300. Да? А после 5 лет специальных программ по спасению страны со стороны наших партнеров, послушаем, внешний государственный долг достиг уровня 175% от ВВП, а в численном отношении превышает уже 320 миллиардов евро. Это после спасения. Фактически, по официальным данным, наши спасатели, партнеры и прочие хорошие, добрые люди, вежливые люди, предоставили нашей стране 225 миллиарда евро. Это фактически безналичные. Да? Эти деньги никто не увидел фактически. То есть в период от 2010 по 2014 году мы получили 225 миллиардов евро в качестве помощи и спасения страны. Есть небольшая деталь, очень интересная. За этот же период кредитно-финансовая система наша получила из этих и организаций фондов банковской системы. Чтобы вы имели представление, куда идут эти деньги. А банковская наша система это фактически филиалы банковской системе крупных стран Евросоюза. Германии, там, Франции, Англии и так далее. Да? Дальше.
для обслуживания этого долга в период с 10 по 14 году Греция заплатила 164,5 миллиарда. Заплатила, да? Только за этот период. А из этих 125 миллиардов, о которых мы говорили, помощи, которые никто не видел, по официальным данным, 90% этой помощи шло на обслуживание внешнего долга страны. То есть проценты и так далее, этого внешнего долга. А дальше, с точки зрения оплаты краткосрочных облигаций, Греция заплатила 267,7 миллиарда. За этот период. 10 по 14 год. Если более суммарно подойти к этому долгу, по официальным данным, все, что я вам говорил, это от доклада правительства к бюджету 2014 года, то есть за 2015 год. Это все официальные данные, то есть не какого-то экономиста, а самостоятельного и так далее. Это все официальные данные, которые я вам говорю. В период 1992 года по 2014 году Греция заплатила чуть выше, обратите внимание, чуть выше 1 триллиона заплатила. Греция, не Германия, не США, не Китай, Греция. Вот. По официальной версии также предусматривается, что мы должны еще 320 миллиардов заплатить нашим кредиторам, а после возвращения этого долга 320 миллиардов, который предусматривается по официальной версии, что будет достигнуто 2020 год, то мы заплатим эти 320 миллиардов, тогда у нас получится новая сумма долга 300 миллиардов евро. То есть после того, как мы заплатим это, эту помощь, о которой мы говорили, с этими добавками, процентами и так далее, у нас получится новый долг 300 миллиардов. Такая счастливая жизнь предусматривается в результате внешнего государственного долга, результаты введения единой валюты в рамках этого дружеского семейства, которое называется Европейский Союз. Европейский Союз, да? Говорят еще, что эти деньги, эти средства, помощи идут ради спасения этих лентяев, греков, то есть для того, чтобы заплатили заработную плату и пенсии работникам, да? По данным того же бюджета, о котором я говорил, в 2015 году предусматривается сбор налогов в общей сумме 50,3 миллиардов евро. А из них на заработную плату и на пенсии идут 18 миллиардов евро. То есть фактически на основании налоговых сборов вполне может справиться страна с этими заработными платами и пенсиями, да? И остается и, в общем, составить бюджет и датировать, финансировать там образование, здравоохранение и так далее. Но отнюдь наши друзья, партнеры и силы, которые заботливо работают над спасением страны,
у них имеется свое мнение и считают, что мы не должны так делать. Как это возникло? Как возник такой долг? Долг возник, как я уже говорил, в результате того, что когда национальное государство не имеет свои руки, рычагов ведения суверенной фискальной политики, суверенных финансов страны, тогда эта единая валюта выступает как средство сверхзадолженности наиболее слабых из этой системы, неровной системы интеграции. Как только возник этот кризис, структурный кризис в 2007-2008 году, мировой кризис, кризис ударил, конечно, по кредитно-финансовой системе. Нужно было помочь банкам провести свою рекапитализацию. То есть государство брало на себе спасение кредитно-финансовой частной, подчеркиваю, кредитно-финансовой системы, частных банков, которые фактически являются составляющими транснационального банковского кредитно-финансового капитала, прежде всего крупнейших стран Евросоюза. Да? Получается так, очень красиво. Риски обобществляются, и простой налогоплательщик должен платить за рекапитализацию в результате этих рисков предпринимательской деятельности, кредитно-финансовой системы, а прибыли, естественно, частным образом присваиваются монопольным капиталом. Это очень удобная схема, очень удобная система. Да? Всегда, когда есть убытки в результате рискованной предпринимательской деятельности, допустим, денежной политики со стороны банковской системы, государство должно взять на себе эти обязательства. А наоборот, когда прибыль, эта прибыль должна быть в руках частного капитала. Дальше. Мы имеем целую систему освобождения от налогообложения частного капитала. Имеет определенные привилегии и фактически имеет место своего рода иммунитет от налогообложения определенных кругов капитала, и особенно самого крупного капитала. Всегда наши правители находят в рамках Евросоюза и в рамках национального так называемого правительства, находят повод представить дело, что это как будто национальной важности экономической деятельности, которая проводится теми или иными предприятиями, теми или иными монопольными группами. Так что благое дело, очень хорошо, чтобы не облагались налогом эти предпринимательские формы деятельности. Имеет место и прямое финансирование деятельности конкретных предприятий. Это было очень ясно, когда в 2004 году были проведены Олимпийские игры в Афинах. Там имели место огромные проекты, бешеные деньги были потрачены, до сих пор нет полного отчета о том, как были потрачены эти средства, кем, каким образом, на каком основании и так далее. То есть это черная дыра получилась, огромных проектов, в результате которой черной дыры богатство со стороны определенных кругов приобрело бешеные масштабы, и неизвестно, каким образом и какими государственными средствами все это было обеспечено. То есть опять-таки налогоплательщики взялись за этим делом. Необходимо иметь в виду еще один аспект, немаловажный. Я вам говорю, что всегда интеграционные процессы Евросоюза проходили совместно с военно-политическими процессами в рамках НАТО. А Греция такая страна, которая тратит в процентном отношении от государственного бюджета, тратит больше, почти больше всех на военные расходы. То есть
с целью укрепления военной машины НАТО, считается, что по разным оценкам, что это превышает 1/4 внешнего государственного долга нашей страны. При этом очень интересная схема. Наши партнеры по Евросоюзу спасают нас, дают нам кредиты и требуют с нашей стороны не только обслуживания этого долга, но требуют, чтобы мы покупали военное оборудование, вооружение, системы вооружения, производимые в их же компании. Допустим, тут очень интересная роль такой компании, как Круп, которая производит, помимо прочего, и подводные лодки. Нам продают подводные лодки очень старых образцов, где обнаружена масса неполадок, недоработок и так далее, но все равно нас заставляют приобретать такое оборудование, потому что они диктуют нам, что нам нужно купить и что не надо. Аналогичная история и с другим ТНК, транснациональной корпорацией. Вы знаете, Siemens есть такая фирма, немецкая. Тут крупнейшие скандалы по поводу того, как они побеждали, когда тендеры различные на военное оборудование и на инфраструктурные различные проекты страны, они приобретали крупнейшие контракты, и стало ясно, что они имели свой коррупционный механизм, то есть давали взятки чиновникам, членам правительства, политическим партиям, для того, чтобы в пользу их интересов были приняты те или иные политические решения. И есть доказательства по этому поводу, масса доказательств. И в результате чего возникает очень интересная история. Директор Siemens, немецкой фирмы в Греции, господин Христофоридис, если не ошибаюсь, фамилия, был процесс против него, судебное разбирательство, и он незаконным путем покинул страну и нашел убежище в Германии. Никто ему не мешает, и Германия не выдает нам его обратно, чтобы мы разобрались с теми доказанными фактами взяток и коррупционных механизмов, которые были инициированы именно германской такой фирмой. Так что это еще одна причина черной дыры внешнего долга. Имеется еще масса таких причин, как, например, тот факт, что у нас работает в стране небольшая группа, но крупного масштаба предпринимательская деятельность, предприниматели, которые паразитируют на государство. Как паразитируют на государство? Берут определенные проекты, инфраструктурные проекты, строительство дорог, допустим, энергетические различные проекты, на основании тендеров, а потом у них всегда есть такая техника, как только начинаются проекты эти продвигаться, они, сославшись на непредвиденные обстоятельства, на непредвиденные технические сложности конструкции, которые возникли потом, они потом увеличивают сумму того, что должно платить государство им в разы, не просто в процентном отношении, а в разы увеличивают. Так что есть такая форма паразитирования на государственные деньги. Есть еще и отек капитала в швейцарские банки, в офшорные фирмы, в офшорные предприятия во всем мире. Так что, если посмотреть основательно, что это за долг, откуда возник, куда делись эти деньги, можно с уверенностью сказать, что этот долг не наш.
это долг не трудового народа нашей страны, ни в коем случае. Это хищнический долг, это долг, который возник на основании именно тех механизмов сверхэксплуатации, о которых мы говорили. Фактически внешний государственный долг возник в результате тех механизмов, о которых мы говорили. Следовательно, мы имеем полное основание требовать, чтобы аннулировали этот долг, чтобы все виновные этого долга несли ответственность за это. И требуется тут, я бы сказал, целый пакет системных взаимосвязанных мер, без которых нельзя выйти из этого критического положения. Что это за меры? Во-первых, нам необходимо аннулировать этот долг и отказаться от договоров этого внешнего государственного долга. Имейте в виду следующее, что я забыл об этом сказать, что кредитование страны последние 5 лет происходило на основании того, что не греческое право будет судить разногласия, которые возникают между кредитерами и нашей страной, а британское право. В определенных местах даже судебная система Люксембурга будет разрешать все возникающие там споры. А это очень показательно, потому что британское право – это то право, которое возникло на основании споров между колониями и метрополиями и имеет очень сильные основания именно с точки зрения оправдания интересов метрополии по отношению к колониям. Так что не случайно, что имеется такая статья. Дальше, в рамках обязательств этих договоров предусматривается запрет на поиск альтернативных форм экономического сотрудничества. То есть, если Греция, допустим, завтра захочет помощь со стороны России, там, Китая, не знаю, какой еще, Бразилии, запрещается в рамках этого договора, запрещается обратиться к другим партнерам с точки зрения экономического сотрудничества. И тут очень важно отметить, что для принятия таких договоров они, наши правители, нарушили сплошь и рядом и нарушают систематически нашу Конституцию, Конституцию Греческой Республики. По Конституции Греческой Республики предусматривается, что для ратификации такого рода международных соглашений требуется как минимум усиленное так называемое большинство в парламенте. То есть не 150 плюс 1, как для попросить решения, а как минимум 180 депутатов. Они не поставили никак такой вопрос на голосование даже в парламенте. Хотя они в парламенте, они стремятся каждый раз тайком там использовать тот механизм искусственного большинства, о котором я говорил, они стремятся все это проводить таким образом. Далее, результаты этих договоров есть целая система меморандумов, а эти меморандумы определяют отношения с точки зрения законодательства. Я не знаю, если это просто они признаются, что у нас война, и что это форма войны, и этим хотят сказать, что правильные те оценки, которые говорят о том, что это фактически военные условия, что это
экономическая, социальная война против нашего народа, и что фактически наша страна с помощью таких договоров оккупирована фактически в рамках неоколониальной зависимости. Так что давайте вернемся к этой системе мер, о которой я говорил. Первое, таким образом, аннулирование внешнего долга, аннулирование соглашений, договоров о кредитовании страны, меморандумов и всех остальных связанных с ними актов. Второе, выход из еврозоны, из Евросоюза и из НАТО. Третье, национализация всех банков и решающих стратегической важности объектов хозяйственной деятельности страны, прежде всего инфраструктурных проектов энергетических и так далее. Четвертое, реструктуризация народного хозяйства на основании потребностей самого народа, а не наших приоритетов, наших партнеров и компрадорского капитала, который обслуживает эти интересы. Дальше. Перераспределение доходов в пользу труда. Демократизация всех институтов и приобретение суверенитета и национальной независимости страны. Параллельно с проведением политики поиска и установления равноправных многосторонних отношений. Именно я подчеркиваю на равноправные основы, а не в условиях диктата со стороны тех или иных партнеров в кавычках. Это тот комплекс мер, без которого невозможно, по-моему, и не только по-моему, есть многие люди, которые так сходятся в последнее время все больше и больше к этому комплексу мер. Это тот комплекс мер, без которого невозможно спасение народа. Я вам говорил, правда, не в этом составе, сегодня понимаю, что сказали вам, что будет жаршот, и пришли все. Я вам говорил в прошлый раз о том, что это очень сложная проблема. Очень сложная проблема. И тут возникает вопрос, кто возьмется за этим делом? Кто будет субъектом, социально-политическим субъектом, который это сделает? Потому что из того, что было сказано, ясно, что это не технические и экономические вопросы. Это вопрос соотношения сил, следовательно, это вопрос политического характера. И без политической воли, без политического решения, без изменения, коренного изменения курса, невозможно найти разрешение этого комплекса проблем. При этом необходимо отметить, что нам очень важно определить понятие слабого звена в двух смыслах. Греция выступает сегодня в качестве подобного кролика в определенном смысле. Почему? Потому что оказалась слабым звеном в этой системе разделения труда в рамках Евросоюза. И не только Греция, есть тут группа стран. Это в основном Ирландия, Португалия, Испания, если не вся, то юг Италии, Греция,
еще в худшем состоянии бывшие социалистические страны, которые вошли в Евросоюз. Еще в худшем состоянии, но еще более подчиненные этой стране, еще больше их элиты стремятся конкурировать в степени лояльности к нашим так называемым партнерам. То есть получается сплошное раболепие, и даже я бы сказал, что они стремятся все больше требовать в сторону неолиберальных рецептов выхода из кризиса, который диктуется центром Евросоюза. Они все больше и больше думают, что если они будут так себя вести, ну как мальчики в школе, да? Что если так будут себя вести, что добрый там учитель, руководитель, большой брат, не знаю, как еще назвать, что они будут иметь поощрение со стороны руководства Евросоюза и НАТО. На самом деле получается совершенно иначе. И слабое звено – это именно та часть, та группа стран или отдельная страна, в которой с наибольшей остротой сгущаются противоречия международные, внешние и внутренние противоречия, которые приводят к тому, что экономический кризис превращается еще и в политический кризис, и в кризис, так называемый кризис политического представительства. Вы так называете в рамках политологии, если не ошибаюсь, да? Хотя я считаю, что этот термин не очень точный, даже наоборот, совершенно не точный. Потому что этот термин предполагает, что имеются определенные массы, которые просто должны быть представлены каким-то образом. И эта система их представительства, то есть опосредование их интересов, должна восприниматься в форме заданной. То есть изначально предопределено, что массы, в кавычках, они остаются пассивными массами, и максимум, на что способны эти массы, это пассивное предоставление определенным кругам представительства своих политических, общественных и так далее интересов. То есть это своего рода уполномочие, как будто они в состоянии только уполномочить кого-то, передавать полномочия кому-то, чтобы тот субъект, политическая партия, политический лидер, дальше занимался самостоятельно и независимо от этих масс, которые раз предоставили ему такую возможность, чтобы он сам занимался потом руководством и управлением этими интересами. Да? Я считаю, что это довольно-таки ограниченный, мягко говоря, подход, который предполагает, что массы в основном будут пассивными. И что это нужно поощрять, и что это нужно именно воспроизводить. Особенно в кризисе, в критической ситуации возникает такая проблема, которая обозначается порой как кризис политического представительства, но эта проблема более глубокая, по моему мнению. Проблема заключается в том, что политические образования типа партии, коалиции, определенных идеологических и политических сил, они по мере того, как живут долгие годы в мирных условиях системы, они интегрируются с этой системой. И возникает такая ситуация, в которой имеют место партии, допустим, которые возникли в результате радикальных определенных движений, даже революционных движений. А после того, как прошли годы, прошли десятилетия, они привыкли к парламентским формам ведения политической борьбы, вообще к политической деятельности парламентского типа, и во многом уже зависят
многосторонне зависит от политической надстройки той системы, в рамках которой национальной и наднациональной, в рамках которой они работают. Я говорю национальные и наднациональные, потому что имеются и наднациональные структуры Евросоюза, в которых развертывают свою деятельность помимо национальной, национального уровня, развертывают свою деятельность и эти партии, о которых я говорил. Есть, допустим, система финансирования, государственного финансирования этих партий. Это отчасти превращает аппарат этих партий в бюрократический аппарат, который во многом зависит от государственного финансирования. И имеется определенного рода стабильность среди кадрового состава этих партий. И, конечно, если эта система воспроизводится несколько десятилетий, естественно, что этот аппарат не будет реагировать на первоначальные исторические корни того или иного образования, а будет реагировать больше на то, как дальше будет приспосабливаться к такой политической деятельности, о которой я говорил. Дальше многие представители этих политических организаций и партий принимают участие в разных институтах, допустим, в органах регионального и местного самоуправления. Это тоже форма сращивания с структурами политической надстройки этой системы, в которой они живут. Есть еще целый аппарат кадров этих партий, которые работают в рамках профсоюзов, официальных профсоюзов, представителей тудерцев, тех или иных профессий, тех или иных отраслей. Они тоже сращиваются с этим аппаратом, и все это превращается в определенный инерционный механизм, который склонен больше подчиняться логике, структуре власти, чем обслуживать интересы тех низов, тех слоев и классов, которые изначально были положены в качестве основы деятельности этих партий. Это необходимо учитывать, потому что, например, имеются партии, это не раз произошло в истории, которые были партиями революционного характера. Пожалуйста, привести пример. Вы знаете, что были такие деятели в 19 веке, ученые и общественные деятели, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, да? Вы знаете, какую партию создали они, фактически, у себя на родине? Была создана такая партия на основании теории классиков марксизма. Она называется Социал-демократическая партия Германии. Вы знаете, где она сейчас? Какую позицию занимает? Она в правящей коалиции, она возглавляет фактически ту группу партий на международной арене, которые их называют социал-либеральными партиями. Она полностью принимает неолиберальную политику, в наиболее крайних формах при этом неолиберальной политики. Так что можно иметь представление о том, куда ведет этот исторический процесс деградации таких партий. По моему мнению, такое имело место и в нашей, стране. То есть в нашей стране имеются разные партии. Допустим, имела место социал-демократическая партия, ПАСОК называется. Эта партия возникла сразу после диктатуры черных полковников. Возглавляла эту партию такая личность, может быть, вам известна, Андреас Папандреу. Это представитель большой политической династии в нашей стране, потому что и его папа, Георгий Папандреу, возглавил первое правительство, которое поставили англичане, как только приехали после Второй мировой войны в страну, вместе с генералом Скоби, я вам говорил, например, тем, которые присутствовали тогда, я говорил, как это произошло, когда они сами установили свое правительство,
как они сотрудничали с сотрудниками фашистов, как сотрудники нацистов стали уже сотрудниками англичан, а потом американцев, и до сих пор правят фактически страной те самые круги, та самая элита, которая воспроизводится и своими династиями руководит страной. Вот папа, дед фактически, это Георгий Папандреу, который в 1947 году возглавил правительство, англичане поставили на место примера. Сын Андреас Папандреу возглавил правительство в 1981-1982 году. Когда возглавил правительство, он был во главе социал-демократической партии, им же созданной. Основными лозунгами которых было, послушайте, установление социализма в Греции различными способами в уставе этой партии предусматривались вплоть до вооруженного восстания средства для установления социализма в нашей стране. Да? Там у них были лозунги типа того, что нам нужно выходить из европейского экономического сообщества, нам немедленно нужно выходить из НАТО, необходимо, чтобы выгнали из страны военные базы, которые натовские, американские базы, которые у нас имеются в стране. Это все лозунги этой социал-демократической партии, во главе с которой стоял Андреас Папандреу. Как только он получил власть, очень быстро забили обо всех этих лозунгах. Максимум, что он сделал, он принял законодательство. Вы хотите что-то сказать в этом поводу? Не стесняйтесь, пожалуйста. Потому что история очень поучительна. Как только он получил власть, максимум, что он сделал, с точки зрения его левизны, это то, что принял закон, по которому приравнялись, с точки зрения их вклада в спасение нации, приравнялись сотрудники немцев, которые стали сотрудниками англичан и американцев, с теми левыми, которые фактически возглавили движение сопротивления и создали национальную освободительную армию. Понимаете? То есть дошел до того, что приравнил сотрудников захватчиков с движением сопротивления. Это максимум, что он делал. А дальше пошло и поехало. Он забил про все эти лозунги против НАТО, против Евросоюза и так далее. И его сын Георгий Папандреу, в честь дедушки Георгия, да? Он, в общем, его мама из США, он с трудом говорит по-гречески, пришлось мне переводить его, это из самых сложных работ в моей жизни в качестве переводчика официального. Вот. Этот человек, это именно тот человек, который в 2010 году подписал первое соглашение о кредитовании по прежнему государственному долгу нашей страны. То есть это тот человек, который подписал фактически пакт безоговорочной капитуляции неколониальному режиму нашей страны. Вот вам левая социал-демократическая партия. И к чему она привела? Понимаете? То есть крайние правые в том смысле обслуживания интересов наиболее реакционных кругов, наиболее агрессивных кругов капитала, крайне правые силы включают в себе, ассимилируют, интегрируют, можно сказать, силы, которые когда-то, может быть, они имели, по крайней мере, массы, которые с этими силами или под руководством этих сил шли, они имели прогрессивный, левый характер, с точки зрения лозунгов, по крайней мере, да? Аналогичная ситуация с другими партиями. Вы знаете, что у нас в Греции имеет место одна из наиболее сильных в рамках Евросоюза коммунистических партий Европы, КПГ. Да?
Эта коммунистическая партия имеет сложную историю. Наиболее слабые страницы этой партии – это страницы периода 40-х годов, когда те люди, которые, я вам рассказывал, тем, которые были тогда, те люди, которым удалось уйти из тюремного заключения, из лагерей концентрации, примерно 2 сотни, то есть кадров незаконного аппарата, нелегального аппарата Компартии, они возглавили движение сопротивления против захватчиков. И это наиболее славные страницы нашей истории, в том числе истории Компартии. А потом шла интервенция англичан и американцев и гражданская война до 49 года. То есть фактически одно десятилетие непрерывной войны было в стране, да? А тут очень важную роль сыграла коммунистическая партия. Сыграла очень важную роль не всегда положительную. Там имели место и огромные ошибки, типа того, я вам говорил, на основании Варшавского соглашения предоставили вооружение английским войскам во главе с генералом Скоби, в результате чего по безоружному уже народу шли кровопролития, в общем, массовые расстрели, пытки и так далее. Там масса ошибок, но можно сказать, что это ошибки, прошоты и так далее. Дальше, особенно после диктатуры черных полковников, началась деградация и этой партии, которая была легализирована. Впервые после гражданской войны была легализирована Компартия в 1974 году. Для достижения формана Кармалиста, да, взял такой курс. Вот. Результаты этого сегодня мы имеем такую партию, которая имеет определенную символику, там серп молот, красное знамя и так далее. Но фактически любой критический момент лидеры этой партии делают такие заявления, которые спасают систему. У нас были, допустим, массовые протесты в 2008 году, после того, как был убит мальчик 15-летний со стороны полицейских. Да? Были массовые протесты, молодежные движения. И вот тогда генеральный секретарь этой компартии Папарига сразу, как только она вышла из президентского дворца, она сделала такое заявление, что да, мы коммунисты, революционеры, но когда будет революция, ни одно стекло не будет сломано. И что эти беспорядки не оправданы совершенно. Да? И потом, когда получил травму член молодежной организации этой же партии, стреляли из огнестрельного оружия и посещала, опять-таки, генеральный секретарь этого мальчика, который одновременно являлся сыном одного из кадров этой партии, она говорила, что ничего заявлять, потому что сейчас моменты критические. Вот такая она коммунистическая партия. А если не системно левая позиция в Греции? Я скажу. Еще один пример я приведу по поводу этой коммунистической партии. Эта коммунистическая партия организовывает различные мероприятия типа митингов, демонстраций, где собирается народ, собираются члены и сторонники этой партии, но отдельно от всех других. И тут необходимо отметить следующее. Мы говорили о кризисе политического представительства. И тут этот кризис имеет следующие аспекты. После того, как были приняты такие решения в 2010 году, были различные правительства. Первое правительство – это правительство во главе с социал-демократической партией ПАСОК, во главе с Георгиосом Пападреу. Потом, когда были сложности с точки зрения того, что
он не мог полностью манипулировать настроениями народа. Как только он поставил намек, не вопрос, намекнул на то, что, может быть, будет референдум по поводу долговых этих обязательств и меморандумов, его тут же свергнули со стороны Евросоюза, тут же свергнули. Это фактически переворот против своего же, да, лакея. Это очень интересно. И поставили правительство во главе с которым поставили одного банкира, который возглавлял структуры Европейского центрального банка. И коалиционное такое правительство, где принимали участие три партии. Партия «Новая демократия», социал-демократическая партия «ПАСОК», и еще одна партия, крайне правая партия, тогдашняя, которая теперь уже не парламентская партия. В результате этого. Там позволили полностью исчезли из политической сцены вообще. Вот. В это время народ фактически бунтовал тысячами, сотнями тысячами. Были такие случаи, когда миллионы вышли на улицах, не только Афин, но всех городов страны. И не только выходили на улицах, но выдвигали требования очень решительно и шли на столкновение с репрессивным аппаратом государства. Спецназ полиции вел фактически войну против этих многотысячных манифестаций, химическую войну, использовали там такие газы, которые запрещены в военных условиях, и они использовали против невооруженных людей. Это страшное дело, я знаю очень хорошо, что это такое, принимал участие на этих демонстрациях, и сам видел, как это все действует, и как действуют карательные органы, репрессивные органы государства. Вот. А в это время становилось все более ясно, что требуются следующие шаги. Именно в это время, в наиболее критический момент, в 2011 году, сторонники Компартии, под руководством Компартии, окружили парламент Греции и фактически защищали парламент. От кого? Вопрос. Решали парламент. И какой парламент решали? Понимаете? И дальше, когда созревали условия для дальнейшего, более качественного оформления этого движения, то есть для того, чтобы это движение приобрело единый центр в форме фронта, народного фронта, которые объединили бы все силы вокруг тех требований, о которых я вам говорил только что, да? Вместо этого получилось так, что принцип «разделяй и властвуй» всегда набирал верх. И убедили народ в том, что не нужно больше массово требовать что-то, и вместо того, чтобы этот качественный скачок произошел, имел место, я бы сказал, имело место движение назад, в определенном смысле, потому что все внушали, что путем борьбы ничего не достигнешь. Единственный способ спасения – это через выборы постараться делать какие-то изменения. Да? И на волне этого мы имели целый ряд правительств, коалиционных правительств. После этого правительства, о котором я вам говорил, произошли выборы, в результате которых новая демократия, то есть правоконсервативная партия во главе с Самарасом, с человеком, у которого, я бы сказал, что крайне правые позиции есть по многим вопросам. Эта партия набрала относительно большинство голосов и совместно с социал-демократической партией, с остатками социал-демократической партии, и совместно с одной левой, пожалуйста, партии. Эта левая партия, ядро этой партии, это бывшие еврокоммунисты 80-х годов. Да? Они вошли в состав правительства, дискредитировали полностью себя. Этой партии тоже фактически нет. Эту левую, так называемую, левую демократическую партию. Эту партию теперь уже нет.
в результате всего этого набрала вверх другая партия, может быть вам известна партия СИРИЗА, которая это сегодня основная партия грецкого правительства. Скажите, пожалуйста, во сколько мы должны перерыв? Хорошо. Давайте мы сделаем перерыв и продолжим. Лидеров из определенной семейной династии в нашей стране. Таких династий много в нашей стране. В частности, такая династия – это семейство Караманлисов. Еще одно, о Караманлисах припомните, не говорили, да? Еще одно такое семейство – это семейство Мицотакиса. Он тоже примером нашей страны и славится еще, потому что он покинул центристскую партию в середине 60-х годов по приказу со стороны тогда короля и не без помощи наших заокеанских друзей. В результате чего возник такой кризис, который завершился диктатурой черных полковников. А его семья до сих пор продолжает на деле годы 94-95, по-моему. Его дочь долгие годы была министром. Сегодня работает в парламентской комиссии ОБСЕ. Его сын, один младший сын его, был министром до недавнего времени правительства. Так что не пропадают такие люди, продолжают свою деятельность. Давайте посмотрим еще, что такое партия, такая партия, как СИРИЗА. Да? СИРИЗА по названию немножко пугает консервативную публику, потому что название такое, которое звучит, да? Коалиция радикальных левых сил. Боже мой, что это за радикаль, что это за радикализм? Это что, чуть ли не террористы, да? По названию. Но если более конкретно посмотреть, что они представляют собой, дела стоят гораздо более, я бы сказал, спокойно. В каком смысле? Основное ядро этой партии — это, опять-таки, выходцы из еврокоммунистической традиции. Есть еще некоторые члены этой партии, некоторые группы этой партии, которые вышли из традиционной компартии Греции, КПГ, когда раскол произошел в 1991-1992 году прошлого века. Есть еще ряд организаций, немногочисленных организаций, троцкистского тока, но это осколки и остатки бывших организаций левого толка. Фактически это мелкие группировки. И необходимо отметить, что в начале 90-х эта партия не набрала необходимый лимит 3%, чтобы она была представлена в парламенте. Нет, СИРИЗА – это коалиция радикальных левых. А потом она так, около этого лимита, двигалась 3 с чем-то, 4 с чем-то, да? Вот такая партия была. Что произошло и почему она набрала примерно 36% голосов, и в результате этого закона, усиленного большинства, о котором я говорил, повторяю, в результате того, что первая партия получает бонус 50 депутатов среди 300 в парламенте, благодаря этому она получила сейчас 149 депутатов в парламенте. И в сотрудничестве с другой маленькой партией, которая называется «Независимые греки», «Анексартити Эллинес», и эта партия, в свою очередь, возникла 4-5 лет тому назад, когда раскол произошел среди правой партии «Новая демократия»,
Новая демократия тогда говорила, что она против политики жесткой экономики, что она против политики меморандумов и так далее. И эту риторику сохранили эти люди из независимых греков. А эту риторику очень быстро забила новая демократия и стала правящей партией и проводила ту же самую политику. Да? Вот. А сейчас они составили коалиционное правительство, эти две партии, неоднородные, с одной стороны, это по названию хотя бы леворадикальная партия, а с другой стороны, независимые греки, это традиционные правые греки, которые выступают с позиции так называемых народных правых сил, то есть таких сил, которые, по крайней мере, в определенной мере, они якобы защищают интересы простого народа, они правые, традиционные правые, они за православие, там, националистические, такие взгляды у них есть, но они как-то учитывают интересы простого народа, а под простым народом они имеют в виду фактически мелких собственников, мелких предпринимателей. Да? Вот такая ситуация возникла. А возникает вопрос, почему такая партия полумаргинальная, которая еле-еле собирала лимит для того, чтобы она стала парламентской, вдруг стала правящей партией, то есть получила правительство, не получила власть. И не уточним это. Одно дело войти в правительство, другое дело получить власть. Это разные вещи. Да? Но она в составе, основная партия в составе коалиционного правительства сегодня. Это все произошло в результате того кризиса, о котором мы говорили, который превратился из экономического, финансового в социальный и социально-политический кризис. И в так называемый кризис политического представительства. То есть после того, как нужно было иметь качественный скачок в развитии народного движения, массового народного движения, мы, наоборот, имели такую ситуацию, в рамках которой убедили народ и на своем опыте убедился, в результате отсутствия именно альтернативной политики, убедился народ, что якобы нет другой альтернативы, что только парламентским путем, путем голосования, можно добиться хотя бы освобождения от тех, которые правили до сих пор и довели страну до такого плачевного состояния, до такого банкротства. Фактически. Вот. И получилось так, что эта партия единственная из так называемых левых партий, которая говорила, что имеется решение коренных вопросов теперь и здесь. Когда возникает вопрос, есть ли такая партия, которая может предоставить альтернативу, они сказали, да, есть, это мы. А кто мы такие, когда спрашивали? Они люди, которые воспринимали в той или иной степени левую риторику, то есть защиту трудящихся, защиту трудового народа, да, против политики жесткой экономики, но одновременно они давали клятвы режиму Евросоюза о том, что мы принадлежим Западу. Небольшое уточнение, что это такое принадлежим Западу? Мы принадлежим Западу, это основной лозунг, основная доктрина, я бы сказал, правящих кругов нашей страны, особенно в послевоенные годы, когда стоял вопрос, с кем пойдет Греция в результате национально-освободительной борьбы против нацизма. Да? И тогда правые силы консолидировались вокруг. Те силы, которые были в основном сотрудниками немцев, консолидировались с теми, которые были сотрудниками англичан и американцев, и получился тот конгломерант, скажем так, тех сил, которые правят до сих пор, и которые определили, что стратегический курс Греции – это вместе с крупными западными державами. Это пресловутая догма, пресловутая доктрина, скажем так, политическая, того, что Греция принадлежит Западу. «Ανήκομεν εις την Δύση» по-гречески звучит этот лозунг. Лозунг этот был провозглашен Караманлисом,
старшим, не его племянником, который потом стал премьером в начале 21 века. Вот. А этот лозунг фактически означает, что мы подчиняемся центру евроатлантической оси. И этот лозунг воспринимается сейчас и руководством этой партии, которая якобы левая партия, да? И дальше они говорят, что якобы возможно избавиться от политики жесткой экономики, от политики меморандумов и всех предлагаемых к этим меморандумам законам. Можно избавиться, но в рамках единой валюты, в рамках евро, в рамках еврозоны и в рамках Евросоюза. Они говорили, радовали везде по поводу того, что нет другого решения, помимо решения в рамках Евросоюза, говорили, что это проблемы Евросоюза, и что мы разрешим эти проблемы в рамках Евросоюза, но, конечно, проблемы эти отчасти очень правильно говорили, это проблемы Евросоюза, потому что внешняя государственная задолженность как форма проявления структурного системного кризиса капитализма в последние годы, о которой мы говорили, это именно общеевропейская проблема. Это проблема именно управления неравномерностью в рамках Евросоюза. Это именно проблема системного управления неравномерностью с точки зрения ведения политики колониальной, неоколониальной, точнее, зависимости по отношению к периферии Еврозоны. Да? В этом отношении они очень правильно говорят об этом. Но, с другой стороны, говорит, что это общеевропейская проблема. И что проблема будет найдена в рамках евро, еврозоны и Евросоюза, это другой, совершенно другой разговор. То есть фиксировать, что это общеевропейская проблема, одно дело, а разрешение этой проблемы в рамках еврозоны и Евросоюза, это совершенно другой разговор. То есть это фактически означает, что вместе с колонизаторами, которые поставили страну в условиях неоколониальной зависимости, и по просьбам представителей народа в лице Сиризы, этой партии, можно попросить такой компромисс, якобы, такой честный компромисс, в рамках которого эти хорошие дяди избавят нас от такой формы обмешания народа и неоколониальной зависимости, и все будет хорошо в дружном семействе Евросоюза. Это просто иллюзия, если не простейшего рода обман, по моему мнению. Потому что я не исключаю, что есть такие люди, которые питают такие иллюзии. Но говорит таким образом, если там профессиональные политики, профессиональные политэкономии, экономисты, и знают очень хорошо, как функционирует этот механизм, я считаю, что это обман. Но в конечном счете, в политике, мы не судим по тому, из каких субъективных намерений и побуждений тот или иной лидер, та или иная политическая сила прибегает к проведению того или иного политического курса. В политике мы судим по тому, к чему этот курс приведет. Именно какая конкретная эффективность этого курса, точнее в пользу каких интересов ведет политику тот или иной субъект, который проводит такую политику. Да? Без ответа на такой вопрос, по-моему, никак не уточним для себя, что именно представляют собой те или иные партии. Я исхожу из того, что аналогично тому, как мы не судим о тех или иных отдельных личностях по поводу мнения, которые они имеют о себе, по поводу того, что они объявляют о себе, или по поводу самомнения, которое имеется у тех или иных личностей, точно так же мы не должны судить по тем или иным лидерам, по тем или иным политическим образованиям, партиям, коалициям, политическим силам, исходя из того, что они декларируют о себе. Мало ли что декларируют, мало ли что заявляют. Я вам показал, как Социал-демократическая партия
говорили за установление социализма в стране даже путем военного, вооруженного, то есть восстания. Да? И к чему это привело? НАТО, Евросоюз и прочее. Да? Мало ли что заявляли. Они говорили, что не будут военные базы натовские, американские на нашей родине. И что произошло? Они возобновили эти базы, инфраструктуру этих баз, усовершенствовали управление этими базами в рамках НАТО. И пошло и поехало. Таким образом, мы не должны питать иллюзии по поводу того, что представляет собой те или иные партии. Но давайте подумаем так. Давайте подумаем, что эти люди не обманщики, что они искренне верят, что можно в рамках Евросоюза достичь проведения такой политики, которая не будет политикой жесткой экономики, что этот беспредел, в котором живет греческий народ в последние годы, безработица, я вам сказал, до такой степени, и демографические последствия, которые сопоставили и опережают во многом военные последствия, что мы покончим с этим делом, да? Давайте допустим, гипотетически, допустим, что эти люди искренне верят в это. Что они могут делать в рамках национальных и наднациональных институтов, в которых они вынуждены действовать? Давайте подумаем. И тут возникает вопрос. Что такое политическая надстройка? Что такое материальные и организационные средства обратного воздействия людей на экономические и в целом на объективные условия их существования? И какой логикой пронизываются эти структуры власти, эти структуры управления, эти институты? Научное исследование может убедительно доказать, что эти структуры, эти институты, эти организационные формы, эти институциональные формы и соответствующие материальные средства воздействия отнюдь не являются нейтральными техническими средствами, которые как инструмент, как, допустим, нож в руках человека, могут функционировать в пользу или во вред тех или иных сил. И якобы достаточно, чтобы другие, более компетентные или более добрые, более искренние, более честные люди взяли в руки такой механизм, такие инструменты, и все будет очень хорошо, гладко и в пользу трудового народа и так далее. Это отнюдь не так. Институты эти долгие годы, столетиями формировались, исторически имеют, носят отпечаток тех или иных интересов социальных, классовых, экономических и прочих интересов, и того соотношения сил, в результате которых они зафиксировали именно определенный спектр возможностей развертывания деятельности в ту или иную сторону. То есть эти структуры имеют жесткую детерминацию в рамках определенного спектра возможностей, опережать которого никто не может по мере того, как сохраняет в рамках преемственности власти, в рамках преемственности этого механизма, этого аппарата, ни в коем случае не может изменить именно направленность, социальную направленность интересов в рамках этих, проведения этих интересов, в которых работает этот аппарат, этот механизм. Да? И это тем более, это доказано в литературе в рамках национальных государств, но мало доказано с точки зрения наднациональных образований, то есть транснациональных структур принуждения, которые имеют место в нынешней Европе, в нынешнем мире. Некоторые
в рамках еврокоммунистической традиции политологи говорят, что якобы процессы интеграции типа Евросоюза по своему содержанию, они сами по себе прогрессивны. И говорят, что якобы закономерная тенденция к объединению, и, следовательно, в рамках этой тенденции к объединению интеграционные процессы носят априори прогрессивный характер. Давайте подумаем, так ли обстоят дела. С одной стороны, это так. В том смысле, что на первых лекциях мы доказывали о том, что нынешняя форма мировой капиталистической системы, нынешняя форма транснационально-монополистического капитализма и империализма впервые в истории создает условия для объединения на уровне распределения непосредственного процесса труда. То есть сегодня уже в мировом масштабе развертываются производительные процессы, но в рамках транснациональных корпораций, транснациональных многоотраслевых монополий, которые господствуют в мире. Именно на основании этих транснациональных интересов происходит та или иная форма объединения интеграционных процессов. Это не объединение равноправных народов на основании коренных интересов населения, на основании трудящихся тех или иных стран. Это изначально наднациональные, транснациональные формы объединения в рамках конкретных, вполне четких и ясных, заявленных даже интересов. Именно поэтому неолиберальный курс, который господствует сейчас в рамках Евросоюза, это отнюдь не выдумка. Это не просто идеологема, мифологема, символическая конструкция, определенный консенсус между определенными кругами правящей элиты транснационального характера и так далее. Неолиберализм не проводится потому, что просто ударились, просто пришло в голову кому-то, что это идеальная идеология и, соответственно, идеальная политика, которую можно провести для Европейского Союза. Неолиберализм – это политика, которая вытекает из самой сути такого типа интеграционных процессов. Я приведу еще один пример, чтобы стало более ясно. Часто выходцы из традиции еврокоммунизма говорят о том, что, мол, аналогично тому, что при переходе от феодализма к капитализму преодолевалась феодальная раздробленность и возникали государства, национальные государства при объединении именно таких феодальных локальных образований, и это, безусловно, прогрессивный процесс, аналогично этому прогрессивный процесс и формы евроинтеграции, в частности, и других региональных интеграционных процессов, которые имеют место на планете. Давайте подумаем, так ли это? Во-первых, в рамках создания национального государства возникала борьба тогдашней революционной буржуазии и ее союзников. И на основании этой борьбы возникло такое понятие, как народ, нация, народ, в качестве синонимов тогда. Вы возьмите новую историю Европы, и будет более-менее ясно, как возникали эти образования. Порой эти были связаны с национально-освободительной деятельностью. Как это имело место, допустим, у нас в стране, когда образовалось национальное государство в борьбе против Османской империи. Сравнивать и сопоставлять прогрессивный характер этого процесса с нынешними процессами интеграции как минимум неадекватно. Почему? Потому что уже имеющиеся формы подчинения
международных процессов, структурам транснационального капитала стремятся приобрести еще дополнительно к этому институциональные и внеинституциональные формы структурирования этих процессов. И это они делают без апелляции к народам, без системы, без той системы отчета, в рамках которой возникли национальные государства при переходе от феодализма к ранному капитализму. То есть изначально эти структуры имеют форму диктата. Изначально эти структуры имеют форму принуждения, имеют форму подчинения и управления неравномерностью. В этом смысле говорит о том, что это якобы прогрессивное явление, и безусловно мы должны радоваться этому, и мы должны способствовать этому. По-моему, по крайней мере, наивно. По крайней мере, наивно. Так что нам необходимо уточнить, что эти наднациональные структуры типа Евросоюза, они изначально имеют определенную направленность. То есть на первое место изначально была поставлена полная свобода передвижения капиталов. Потом при определенных условиях свободное передвижение лиц, при определенных условиях, которые жесткие, даже в рамках Евросоюза, никто не пропустит совершенно спокойно потоки, допустим, из стран бывшего социалистического лагеря, из Восточной Европы, чтобы они хлынулись свободно и спокойно и обосновались в местах, допустим, крупных капиталистических стран. Формально это возможно, но фактически они делают все, предпринимают все усилия для того, чтобы эти процессы были под контролем. Более того, они стремятся манипулировать потоками рабочей силы из всего мира. Опять-таки, по принципу разделяя и властвуя. В последние дни вы узнали, что очередное несчастье с Грузией в Средиземноморье произошло, и более 1000 людей погибли в результате кораблекрушения именно в качестве мигрантов, которые в поисках элементарных условий жизни, они стремятся к Евросоюзу. Откуда стремятся к Евросоюзу? От Северной Африки и от Ливии. Напомню, что произошло в Ливии. Почему Ливия приобрела такой характер? Разве такие потоки со стороны Ливии имели место раньше? До того, как Евросоюз во главе с Францией, там, с Германией и с прочими в сотрудничестве с американцами объявили войну, свергнули предыдущий режим, убили зверски Каддафи и его окружение и причинили то, что причинили в эту страну, разве это не взаимосвязанный процесс? То есть это не проявление именно такой неоколониальной политики со стороны Евросоюза и натовских стран? Откуда эти потоки мигрантов? Кто является инициатором тех процессов, с которыми сталкиваемся в Нигерии, в Судане, в Эфиопии бывшей, в Ливии, в так называемых странах арабской весны? Кто причинил эти процессы небезызвестные в Сирии, допустим, в Ираке, в Йемене сейчас? Понимаете? Так что они, то есть эти центры, которые принимают решения, о которых мы говорим, они принимают эти решения с определенной позиции. Хотят раздробить силы труда и манипулировать ими, они сами создают условия так называемого контролируемого хаоса. Контролируемый хаос превращается, плавно прерастает в неконтролируемый абсолютно хаос.
И одновременно это превращается в неконтролируемые потоки рабочей силы, которые, в свою очередь, предоставляют возможность, исходя из принципа «разменяй и властвуй», и при помощи определенных стран они превращаются, в конце концов, в инструменты манипулированного труда. То есть инструменты, с помощью которых проводится господствующая политика в рамках Евросоюза. Таким образом, однозначно можно сказать, что в рамках этих институтов, как доказывает последующий опыт, в рамках этих институтов нельзя достигать политику другой направленности. И в этом отношении позвольте мне напомнить о том, что это, особенно в условиях кризиса и войны, проявляется характер этих образований, этих наднациональных образований. Я описал хоть схематически коротко, но старался описать, что такое кризис для стран периферии Еврозоны и Евросоюза, например, в Греции. Давайте посмотрим немножко другой вариант, точнее другой аспект одной и той же политики. Давайте вспомним, как возник кризис на Украине. Что это за кризис? Кто нам скажет, как, по вашему мнению, возник кризис на Украине? И как это связано с политикой Евросоюза, НАТО, США и прочих спасателей? Внутри или снаружи? И то, и другое. Раньше еврейцы там все стояли, но, видимо, все травмировано, все травмировано. И уже на следующий день играет количество миллионов новых сражающих. Вот так вот, как работает. Так. Вот так все наконец. Спасибо вам. Другие мнения есть? Что это за кризис и к чему привел? Это внутренний кризис, который просто подогрет силами внешними. По моему мнению, это просто некая борьба геополитических интересов. Потому что есть две противоборствующие силы, если в общем говорить. А какие? Ну, западная часть, скажем так, Запад. Ну и, соответственно, евроазиатский регион. И Украина – это такое как бы условная граница между ними, самая ближайшая к одной и к другой стране. И какие на ней силы будут установлены, в общем-то, такое преимущество будет у той стороны. Ну, если так уж очень в общем говорить. Но основные субъекты тут – это геополитические, геостратегические субъекты. В лице России и Евразийского союза, да? И в лице западных держав, Евросоюза, США и так далее. Да? Да. А внутренние силы – это просто марионетки, да? Ну, внутренние силы – это просто как повод для того, чтобы вмешаться в этот вот конфликт и сделать из него интересы геополитические. Угу. Просто подогретый кризис для того, чтобы свои интересы какие-то продвигать. Да, можно и так сказать. Хотя это один аспект, по-моему. Очень важный, но один аспект. Тут имеют место и более глубокие процессы, по-моему. Другие взгляды есть? Я хотел что-то сказать, да? Ну, по-моему, не прозвучало то, что был уже накануне практически подписан договор об ассоциации с Евросоюзом, и Евросоюз, прежде всего, имеет экономическую дискуссию, но вы говорите о том условии, что все пройдет гладко, так, как хотелось бы игрокам Европейского Союза.
Если говорить о Соединенных Штатах, то здесь более, скорее, интерес геополитический, экономика не так повлечена, поэтому здесь есть некоторое противоречие между, ну, то есть Западом выступающим Соединенным фронтом. Но внутри украинское общество, мы знаем, что оно многонационально, там даже греки присутствуют, как кое-где на территории Украины, и поэтому вот эти вот спорные вопросы, они отзываются в обществе, так или иначе, общество оказывается вовлечено. Ну, конечно, никто из внутренних действующих лиц не думает о том, что он является чьим-то мнением, они думают, что им есть какие-то интересы. Но позже оказывается, что все не совсем так, и их действия, они, ну, бывают использованы просто в целях не совсем тех, которые они... Понятно. Спасибо вам. Другие взгляды? Да, еще можно добавить, что по теории Таоса, американский философ, есть две функции. Первая – это ожидание народа, а вторая – это реальный рост экономики. То есть он считает, что на самом деле стабильность общества не столько зависит от реального роста экономики, а столько от разницы между этими двумя функциями. То есть на самом деле, пример, Северная Корея. Ожидание крайне низкое, и там экономика тоже крайне низкая. Но тогда общество становится, тем не менее, стабильным, потому что нет такой государственной. А как раз когда очень высокая, очень быстро развивается экономика, а ожидание идет еще быстрее, а такое общество становится очень, очень нестабильным. Так что, на самом деле, вот, по его мнению, не важно, насколько экономика успешно развивается. И не важно, насколько развита на последнюю речь. А самое главное, как народ это ожидает. Если народ требует больше, ожидает больше, или в этом они регулированы, которые захотели себя больше потребовать, то становится проблемой. И когда это таскает определенные точки, переломные точки, то устаревается. Так что в рамках такой схемы, о которой вы говорите, то, что произошло в феврале 2014 года, это революция? Революция здесь можно подразумевать и переворот, и государственный переворот, и мятеж, и восстание, и революция. То есть вот, вооруженная форма смены власти. Ну, да. В этом смысле. То есть он самый общественный переворот. Да, да, понятно, понятно. Другие взгляды имеются по этому поводу? Спасибо вам. Тут, по-моему, необходимо немножко уточнений провести по поводу того, что такое революция, что такое контрреволюция, что такое переворот, что такое восстание. Тут без социальной теории, по-моему, невозможно разобраться. И, по-моему, не случайно, что есть такая путаница вокруг этих вопросов. Очень выгодно кому-то представлять, допустим, народную революцию в качестве переворота, в качестве путча, и народное восстание также. Очень выгодно кому-то представлять контрреволюционные процессы в качестве революционных и так далее. Во-первых, революция – это такая форма движения исторического процесса, в которой коренные интересы большинства народа выдвигаются на первый план при активном участии народа. Это социально-политический процесс смены власти, но такой смены власти, субъектом которого является организованный в качестве субъекта организованное большинство трудового народа, низов общества. И в результате которых, я предоставлю слово сейчас, и в результате которых общество двигается в направлении удовлетворения потребностей большинства народа, а не меньшинства. В этом смысле революция – это такие изменения, радикальные изменения, которые возникают в результате массовой борьбы народа и которые продвигают общество в более прогрессивные формы организации и удовлетворения потребностей этого общества. А более прогрессивные – это когда от
более низкого уровня удовлетворения потребностей большинства, мы приходим к более высокому уровню. Когда более коренные интересы большинства принимаются во внимание и определяют политику в том или ином направлении, понимаете? Тогда мы говорим о революции. Наоборот, контрреволюция – это когда из определенного уровня социально-политической и экономической организации общества мы переходим к другому уровню, где принимаются в качестве системы отчета интересы меньшинства. И когда достижения определенные, допустим, трудовые отношения, законодательство, определенные права, которые были достигнуты в предыдущей стадии, отвергаются, отбрасываются. И устанавливаются порядки, которые доводят до более низкого состояния интересы и потребности низов, трудового народа. Это контрреволюция. Контрреволюционные процессы – это реакционные процессы. Это не прогрессивные, это регрессивные формы движения. Это движение назад, а не вперед общества. Понимаете? А перевороты, тем более вооруженные перевороты типа хунты или пуча, это такие перевороты, которые осуществляются путем манипулирования со стороны немногочисленных кругов, которые, как уже было очень четко представлено, в результате манипулирования могут привлечь даже несколько тысяч людей в их сторону. То есть сам по себе факт активизации несколько тысяч людей не говорит ни о восстании, ни о революции, сам по себе. Так, восстание – это когда встают против господствующих порядков люди, низов в основном, и восстание имеет различные формы, в том числе и форму вооруженного восстания, да? Но восстание всегда связано, опять-таки, с массовым движением. Тут очень интересная проблематика, и я рекомендую прочесть соответствующую литературу. Проблематика, которая рассматривает специальные ситуации в истории, которые называются революционными ситуациями. Революции не возникают просто так, потому что кому-то захотелось. Революция – это закономерная форма движения исторического процесса. Это когда накапливается напряженность неразрешаемых коренных противоречий общества и мобилизируются силы, интересы которых ущемляются в обществе, мобилизируются и продвигают свои интересы революционным путем. Революция в этом смысле противопоставляется эволюционной форме. Эволюция – это плавное и прямолинейное, в основном количественное накопление изменений в рамках одного и того же заданного качества, не превышающее рамки качественной определенности той формации, той стадии, о которой мы говорим. Хорошо? Это требует уточнения, потому что многие формы манипулирования вокруг этого и многие, соответственно, идеологии связаны с такой путаницей, понятной. Я пример приведу из новогреческой истории. Диктатура черных полковников в 67 году называла себя революцией. Что это за революция, когда небольшая группировка офицерства, армии, страны, которые являются одновременно агентами ЦРУ, это все доказанный факт, да? Они занимают определенные руководящие, именно путем переворота,
занимают руководящие посты, и на основании этого они делают переворот, используя танки, там, определенные части войска и так далее. Это что за революция? Откуда революция? Где народ принял участие? В пользу какого народа было это? Когда запретили даже мыслить иначе, даже инакомыслие запретили. Что это за революция? И в пользу кого это революция? Да? Когда лагеря концентрации были заново открыты, массовые пытки, аресты, это что за революция? В пользу кого? Понимаете? Так что необходимо разобраться в том, что такое революция, что такое контрреволюция, что такое восстание, что такое переворот, пуш и так далее. В этом смысле то, что произошло в Киеве в феврале, это, я просто продолжаю ту проблематику, о которой вы говорили, это именно использование определенными силами недовольства, которое имело место внутри страны, крайней коррумпированностью бывшего режима, бывшей власти, конституционные законы в прошлой власти, да? Но крайне коррумпированные. И в результате этого, не без помощи определенных сил, которые с большой охотой афишировали, даже какие капиталы вложили в это дело. Они говорили, что там 5 миллиардов сколько заплатили ради дела продвижения демократии, да, определенные державы. И которые сили, мы уже говорили об этом, в рамках этого телефонного переговора, Нуланд, явно, кто определяет что, да? Но в рамках этого телефонного, известного телефонного переговора, ясно еще одно. Конечно, все так и вышло, да? Именно такая структура правительства получилась, как хотелось, Нуланд, не американцы. Но с другой стороны, Евросоюз не без участия в этом процессе. Мы уже доказали, что когда стратегический интерес имеет место, тогда противоречия между западноевропейским капиталом и североатлантическим капиталом подчиняются общей стратегии. И если кому-то не очень хочется подчиниться, достаточно заокеанскому брату показать, кто управляет в военно-политическом отношении балом. Понимаете? И все становится ясно. Потому что Евросоюз это, конечно, сверхдержава с экономической точки зрения, но это не держава, это конгломерат какой-то. Они не имеют толком внешнюю политику определенную, они не имеют свои вооруженные силы. Фактически это экономический аспект вооруженных сил, которые подчиняются НАТО, то есть США. Поэтому и такие высказывания нецензурные у Нуланд в известном телефонном переговоре по поводу Евросоюза. Это не означает, что они не сотрудничают. Они уже хорошо сотрудничают при необходимости. Да? Но с другой стороны, имеют место, как вы уже отметили, и внутренние процессы. С другой стороны, эти силы использовали в качестве ударной силы кого? Откровенно фашистующие или откровенно фашистские силы, вооруженные, формирования фашистов. Следовательно, этот переворот носит характер крайне правый и использует в качестве ударной силы фашистские вооруженные или полувооруженные формирования. И в результате этого объявляют, что будет создано мононациональное государство, где якобы будут только одни чистые украинцы, а все остальные предатели. То есть русским, грекам, из Болгарии, какие еще меньшинства живут там, они из Закарпатья, те люди, которые живут там, они не имеют права. Понимаете? И стремятся устроить такое государство на основании такого идеологического арсенала. Это особый разговор, насколько украинцы, другая нация,
Это особый разговор. Не буду вдаваться в таких подробностей. Я, например, только скажу, что имеются у нас диалекты в Греции, горцев или, допустим, островян, которые, я не уверен, что они меньше отличаются, чем украинские от русского. То есть их диалект, что меньше отличается от новогреческого официального языка, чем украинский от русского. Да? Более того, известно еще со времен Бисмарка о том, что был такой проект господствовать над русскими, на которые смотрели всегда эти державы в качестве пространств, жизненного пространства в рамках геополитических проектов, что можно господствовать над русскими, если убедить украинцев и белорусов о том, что они не русские, и чтобы они боролись против русских. Это старый, хороший колониальный принцип разделения властей. Случайно ли во время Первой мировой войны Австро-Венгрия, Германия и прочие силы работали в рамках именно этого направления? Случайно ли, что Гитлер и Геббельс взяли на вооружение именно такую политику, когда они напали на тогдашний Советский Союз в рамках операции «Барбаросса»? По-моему, не случайно. Не случайно. Это дело продолжается. Видоизменяются некоторые из субъектов, которые принимают участие в этом деле. Но продолжается такое же дело, такой же единой Европы. Я уже говорил в предыдущих лекциях о том, что первый вариант единой Европы с единой валютой был предложен идеологами Гитлера. Это тоже не случайно. Вот. Поэтому то, что произошло на Украине, фашистского толка попытка, в результате этого переворота, фашистского толка попытка этногенеза, то есть создания, искусственного создания на основании ненависти, на основании отрицательной определенности по отношению к России, создания мононационального государства, это уже аспекты той политики, которая проводится евроатлантической осью в наши времена. Те же самые центры, которые приняли решение по поводу колонизации Греции, те же самые центры приняли решение о развертывании военных действий на Украине. А давайте подумать с позиции, допустим, народа, который там в Донбассе, что происходит. Этому народу объявили вдруг, что он не имеет права говорить и мыслить на своем языке. На русском, там, на греческом, неважно. Да? Что это все напряжено. Когда эти люди сказали, что они не готовы подчиниться режиму, который возник в результате вооруженного переворота, а им сказали, что они предатели, сепаратисты и прочее. Вы помните, они там выступали на площади в каждом городе, стремились там захватить некоторые здания органов местного самоуправления и так далее. Потом аресты, военизировали формирование и начали терроризировать это население. То есть принудили это население прибегнуть к вооруженному сопротивлению. Заставили прийти к этому. Более того, не без помощи надежд и ожиданий, как очень четко сказал ваш коллега по поводу ожиданий народа, питали иллюзии и давали такие церковные ожидания не без помощи вашего правительства. Почему? Потому что присоединили Крым очень конкретными действиями. Помню, там вежливые люди, референдум, абсолютное большинство голосов, да? А вдруг такой референдум в Донбассе и в Донецке, оказывается, что это не до референдума. Политика двойных стандартов. Понимаете? Были ожидания у этого народа, оправдались, отнюдь не оправдались.
начали санкции и угрозы со стороны Америки и со стороны Евросоюза, ваше правительство шло на отступление и фактически бросило на произвол судьбы это население, которое восстало, возлагая надежды и ожидания именно на поддержку со стороны родины России. Да? Но что произошло? Эти люди были вынуждены взяться за оружие. Вынуждены, просто ради выживания. Да? А в результате этого, что произошло? В результате этого мы имели так называемое АТО, да? Кровопролитие. По данным германских спецслужб, свыше 60 тысяч это только погибшие в результате военных действий. Я считаю, что эти данные занижены. Не говоря уже о данных ООН по этому поводу. То есть, что мы имеем? Мы имеем полномасштабный военный конфликт, который является одновременно, смотрите, с разных аспектов, одновременно это внутренняя гражданская война классового характера и национально-освободительного характера одновременно. Это одновременно геополитическая война, гибридная война и так далее, как ее называют сегодня, где полюсы западной евроатлантической оси и во главе с Россией евроазиатский полюс стремится к своим интересам. Да? И в результате этого мы имеем такое кровопролитие, такое столкновение, при котором одновременно в результате такой примиренческой позиции со стороны России мы имеем дело с такой ситуацией, когда в любой момент, когда повстанцы, ополченцы там имеют стратегическую инициативу, побеждая на поле боя, заставляют их пойти на мирные переговоры, Минский процесс, перемирие. Случайно ли это? Я не знаю, но позвольте мне личное мнение скажу. То, что происходит на Украине сегодня, показывает... А, да, до этого еще. Надо разобраться еще с одним аспектом. Народ Донбасса, юго-восток Украины, это территория, где собирается 75% промышленного производства, промышленных инфраструктур всей страны Украины. То есть это не случайное место стратегического характера. Не говоря уже о том, что были там проекты сланцевого газа и нефти и так далее, и прочие проекты и прочие намерения. Этот народ обнаружил, что фашистующие и фашистские откровенно эти отряды, вооруженные формирования, которые вдруг превратились в национальную гвардию и в вооруженные силы Украины, переодели их, перевооружили, обучили их и так далее, не без помощи советников со стороны НАТО, со стороны США, Англии и так далее. Вот, они обнаружили, что у этих фашистов имеются спонсоры. А кто такой спонсор этих фашистов? Это так называемые олигархи. Это специфическая форма олигархии капитала, которая возникла в постсоветском пространстве, а бьют не только на Украине. Следовательно, стихийно, исходя из логики вооруженного восстания ради выживания этого населения Юго-Востока, Донбасса, стихийно антифашистская борьба, борьба против хунты, киевской хунты, против этого режима, приобретает черты антиимпериалистической борьбы, потому что тут откровенная интервенция, откровенно принимает участие определенные силы, и антиолигархической борьбы.
Вот еще одна, по-моему, еще одно основание, которое напугало правящих кругов вашей страны, Российской Федерации, и диктует занимать определенную позицию сегодня. Кому хотелось, чтобы тот же русский народ, потому что кто скажет, что Донбасс не русский, в основном, да? Чтобы этот народ, кому хотелось, чтобы он восстал против олигархата, так называемого. Разве олигархия только на Украине? А? Кому хочется, чтобы такая зараза распространилась вокруг бывшего, на территории бывшего советского пространства? Тут очень важная деталь. Я читал, я вообще стараюсь следить за этими событиями по мере возможного, конечно, потому что информация искаженная, со стороны интернета нужно фильтровать неоднократно то, что получается. Но там было сборище какое-то фашистов украинских, и среди которых выступал, кроме прочих, и один епископ греко-католической церкви униатов Западной Украины. Этот дядя встал и сказал там с большой уверенностью, что то, что говорят, что это сокровение Украины против агрессора, то есть против России, это все глупости. Он сказал, что это война, повторяю, с фашистской позиции, этот епископ, сказал, что это война против тех, которые хотят возродить, воссоздать и развить Советский Союз. Думаю, не случайно это батюшка фашист сказал об этом. Да? Давайте подумаем. Следовательно, этот конфликт имеет довольно-таки противоречивый характер. А позвольте мне со стороны моего подхода, моей теории методологии считать, что этот конфликт является одновременно эпизодом третьей горячей мировой империалистической войны, очередным эпизодом этой мировой войны, и одновременно этот эпизод носит характер гражданской войны, классовой борьбы, потому что антиолигархический элемент, который поднимается там, очень ошутим. Несмотря на то, что со стороны Москвы, московских властей, будут стараться манипулировать, и, конечно, манипулируют довольно эффективно, оказывается, манипулируют этим процессом пока. Ну, что хочется только узнать, что хочется со стороны, какие намерения, какие планы есть со стороны Москвы, правящих кругов, я не могу понять, откровенно говоря, не могу понять. А судя по тому, что они делают и говорят, им хочется иметь подконтрольный вариант Приднестровья номер два. Но это глупо. Мягко говоря, не получится просто такое. Потому что Донбасс это не Приднестровье, раз. И во-вторых, потому что ситуация коренным образом изменилась по сравнению с той ситуацией, которая была в начале 90-х. Коренным образом изменилась. И требует повторения такого же сценария сейчас, это нелепо. И это будет шаг за шагом видно, уже видно, что это нелепо. Я, искренне говоря, не знаю, к чему это приведет, но с точки зрения темы нашего спецкурса, достаточно, по-моему, то, о чем мы говорили, для того, чтобы мы фиксировали, что этот конфликт возник, потому что определенное правительство, определенное олигархическое правительство во главе с Януковичем приняло решение отсрочить начало действия соглашения о присоединении, то есть о начале процесса интеграции с Евросоюзом. Прошу повторить, отсрочить начало действия соглашения о присоединении с Союзом. А Союз отреагировал таким образом на такую отсрочку. Так что это сигнал. Это сигнал не просто Донбассу. Это сигнал не просто Украине.
Это сигнал не просто России и постсоветскому пространству. Это сигнал по всему миру. Вот какие последствия будут и как будут подавлены те, которые не будут полностью подчиняться евроатлантической оси. По моему мнению, можно с уверенностью прийти к такому выводу. А коль скоро такой вывод логически вытекает из предыдущего анализа, нам нужно подумать о том, с помощью каких субъектов и в каких формах теперь уже не на национальном уровне, сугубо национальном, а на интернациональном уровне, с помощью каких субъектов можно противопоставить этим процессам, этим силам, этим субъектам реальную силу. Тут позвольте немножко отметить, что коль скоро Третья мировая империалистическая война налицо, вопрос дальнейшего развертывания и эскалации этой войны – это дело времени. И позвольте мне отметить, что это не просто война против бывшего Советского Союза и против России. Имеет такой аспект. Но от судьбы бывшего советского пространства и прежде всего России, позвольте мне отметить, зависит само существование человечества сегодня. Это не потому, что метафизическая миссия какая-то имеется у России, а потому что в рамках этого соотношения сил нет другой силы, которая... В этом отношении я думаю, что неразумно оставлять это дело просто в руки той или иной правящей элиты или олигархата. В критические именно моменты становится ясно то, насколько те или иные социально-политические силы адекватны эпохе и ситуации, адекватны задачам, которые ставятся перед человечеством, перед народами, ставятся именно в результате таких столкновений. В этом смысле остается открытым вопрос, насколько адекватны те или иные силы, которые сейчас принимают уже участие в рамках этого конфликта. И необходимо разобраться научно, насколько адекватно ведут себя. Вот, в принципе, у меня все по поводу того, как этот кризис возник, с чем это связано, как этот кризис приобрел форму долговой зависимости, долгового кризиса, кризиса внешнего государственного долга в стране, в таких странах, как Греция, и какие видятся пути выхода из этого положения. Конечно, невозможно было рассмотреть отдельно кризис на периферии Еврозоны и Евросоюза, отдельно от кризиса и войны, Третьей мировой войны, о которой мы говорили. По-моему, можно завершить здесь этот спецкурс с точки зрения моего монолога. Вы хотели что-то сказать, но я не предоставил возможности. Спасибо. Вот, естественно, я с вами согласен насчет революции Фёдора Мазовича, это насильственные смены власти. Но если мы смотрим наши современные революции, цветные революции, черные революции в Киргизии, розовые революции в Грузии, оранжевые революции в Грузии, арабская весна, и вот сейчас в Майдане, то мы видим, что массовое участие, да, но это, скорее всего, было манипулировано. То есть кто дал заранее подготовленное, и не за интерес общества, и не за интерес правительства, а за интерес кого-то, маленького кружка. И вряд ли, что эти революции приведут к лучшему, более качественному развитию, а как раз наоборот, всегда как хуже. Извините, пожалуйста, если вы очень правильно отметили, я согласен с вами. Ага.
Тогда почему назвать революцией, не назвать научным термином контрреволюцией? Ну, потому что как раз это манипулировать. Потому что так называется красиво. Это понятно. Потому что это никак не пишется. Никто не будет говорить, что мой товар проходит. А все говорят, что наш товар проходит. Вот именно. Они пользуются положительной окраской даже на подсознательном уровне народа термина революции. И при этом даже если научные труды по этому поводу. То есть пытаются как раз вот по этому по-другому объяснить. То есть такие, кто не хочет вообще революции. Консерваторов, поэтому уважение с отрицательностью зависит от воспринимающего сознания. Тут как-то еще вопрос. То есть, так уж слово украшает. Вот это кого? Да. И термин контрреволюции, он у меня немножко в период после Октябрьской революции, гражданская война. Это тот, кто сопротивлялся Октябрьской революции против революции, там немножко по-другому воспринимается. Это очень важный аспект. И позвольте одну небольшую реплику на основании этого аспекта. Исходя из исторического опыта, имело место в рамках, ну, в 17 году, вы лучше меня знаете, имело место такое белогвардейское движение, да? И интервенция многих стран, в частности и Греции. Греческие войска по приказу тогдашнего премьера Венесеуса были отправлены в Крым и принимали участие в подавлении Октябрьской революции. Да? Вот, давайте, конечно, история не рассматривается с точки зрения гипотетических предположений. Но если бы эти силы, которые представляли белогвардейское движение, если бы они победили, то по соображениям наиболее вероятностного исхода событий, мы говорили, что историческая закономерность идет по вероятностному сценарию, да? Наиболее вероятный спектр возможностей, которые имеются в той или иной исторической ситуации. Тогда мы имели бы такой тип монархического режима, который во многом напоминал бы режим Муссолини, режим Франко. И я не исключаю, что если бы победили бы эти силы тогда, я уверен почти в том, что ОС, которая возникла в результате консолидации сил в рамках антикоминтерна, то есть нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии, японской монархии, тогда, может быть, состояла в этой оси черносотесная Россия. Вполне возможно. А можно с большей еще уверенностью судить об этом, судя по тому, как вели себя эти остатки белого движения в рамках в течение Второй мировой войны. Власовщина и белое движение – это формы проявления одного и того же. Так что не остается сомнения по поводу этого. Для меня, как грека, как человека, которому не чужды проблемы антифашистской борьбы, мягко говоря, странно, когда я летом слушал вашего президента на Поклонной горе, когда он открывал памятник жертвам Первой мировой войны, который строит там концепцию какую-то странную приемственности исторического процесса и говорит о некой отнятой победе, победу, которую украли. Украли кто? Украли там большевики, которые желали поражения своей родины. Какой родины? Родине Антанта, родине Белия. Какой родине? Родине власовцев. Какой преемственности? Я искренне говоря не понимаю, как можно сравнивать фашистские, полуфашистские элементы с элементами, с народом,
с общенародным антифашистским движением по всей Европе и по всему миру. Разве ради этого боролись наши предки, наши деды и отцы? Это совершенно нелепо с точки зрения идеологии, понимаете? И последующая эскалация войны потребует консолидацию сил. Прежде всего, консолидацию сил России. На прицеле Россия сейчас, в рамках этой войны. Да? Как могут консолидировать народные силы на основании таких идеологий? Я не представляю, что такое. Не представляю. Как могут консолидировать такие силы, когда говорят, я не гражданин вашего государства, и имею право критически замечать меня, да? Если президент страны говорит с восхищением о таком субъекте, как философ, в кавычках, Ильин. Вы читали когда-нибудь Ильина? Он нацист! Он откровенный нацист! Понимаете? Я не понимаю, как приглашают сейчас лидеров и приглашают, чтобы мы отметили величайшую победу нашу. Я считаю, что это наша победа, да? Согласен. И одновременно поет дифирамбы кому? Нацисту или ну? Я не понимаю, искренне говоря. И я не представляю, каким образом можно консолидировать народ на основании таких глупых идеологем конструкций. Я не понимаю. Противоречиво. Это не просто противоречие, это ВПИ, понимаете? Это чрезмерно. Невозможно. Ни в логические рамки, ни в идеологические рамки, ни в теоретические, методологические рамки. Ни в какие рамки не входит это. Понимаете? И более того, как можно консолидировать, если оставить идеологическую составляющую? Если говорить объективным, если с научным подходом с точки зрения политэкономии. Как можно перенести экономику в рельсы реиндустриализации, для отпора такой агрессии, если я слушаю вас из СМИ и слушаю, какие решения принимаются в вашем правительстве. Очередные приватизации, сплошные приватизации, клятвы Всемирной торговой организации, что будет Евразийский союз, таможенный союз и прочее, но в рамках Всемирной торговой организации. Я не понимаю, что это такое. Что будет еще одна форма, более примитивная, более грубая, чем Евросоюз, о сути которой я вам рассказывал? Что будет противопоставлять еще один союз на основании неолиберальной политики, которая неолиберальная политика сегодня принимает откровенно фашистскую форму, и будет противопоставлять новые такие формы интеграции старым, оставляет сомнения, кто победит в такой схватке? Извините, пожалуйста. Старые формы империалистической интеграции имеют традиции, имеют силу. Будут противопоставлять какие-то новые, черт знает на какой основе, экономическую, социальную, идеологическую одновременно. Что будет возрождение российского фашизма номер два, который будет противопоставлен евроатлантической оси эффективно. Кто питает иллюзии? Понимаете? Ну я остановлюсь на этом, уже слишком много сказали. Что вы сказали? В экономике вполне либеральный курс, и министр экономического развития Рухаева, как раз, можно сказать, другого примера, чем Байса. А Путин отличается от этого? И с точки зрения экономической, в сущности, нет. Потому что много Игорь бывал, например, в впечатлениях этой партии. А партия Родина собрала в Питере цвет нацистов и фашистов всей Европы. Понимаете? Вы знаете об этом, да? Там принимали участие Помила Прошлого и Золотая Заря, наша откровенно фашистская организация, которая гордится тем, что их предки были сотрудниками нацизма. Вот и они выступали вместе с партией Родины.
Это я говорю с болью, понимаете? Я не могу хладнокровно относиться к этому и дистанцироваться с точки зрения некого объективизма. Потому что не до этого сейчас. Требуется научная трезвость и последовательность, рациональный подход, последовательный научный рациональный подход, конкретный исторический анализ ситуации, действующих сил и тенденций. Иначе чревато, понимаете? Это все очень опасно. Спасибо за ваше внимание. Дорогие друзья, на этом мы не ставим точку. Это первый визит профессора Дмитрия Сапотелиса на наш факультет политологии в качестве профессора, визитирующего, как сейчас говорят. Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. И знак признательности и на память я бы хотел, во-первых, от имени факультета поблагодарить профессора Потелиса. И вот я передать благодарственное письмо нашего декана факультета. Большое вам спасибо. Спасибо. Чтобы вы не унижали с пустыми руками, наши сувениры. Я цитирую ректора университета, когда Виктор Антонович Садовнич встречается с ректорами зарубежных университетов и преподносит им сувениры. Он любит говорить, мы вам дарим самое дорогое, что у нас есть. А что самое дорогое у нас есть? Это Московский университет. Поэтому вот я бы хотел тоже от всех нас подарить вам, Дмитрий, наш Московский университет, чтобы университет, но все-таки наш факультет – факультет политологии, поэтому я надеюсь, что я вижу, вы любите тищетцы и майки, которые от футболки, это тоже наша фирменная футболка «Факультет политологии».